Доброе времени суток! Приветствует вас канал «Все про все». В этом видео мы хотим вам показать, как мы съездили на шопинг в магазин Денвер в городе Кемер, Турция. При отеле Ланкора есть мини-магазин от этого магазинчика Денвер. И оттуда же нас забрали Мерседесом с кондиционером. Удобно. И выбираешь сам время, когда ты хочешь поехать. Можно даже ничего не покупать. Приезжает к вам Мерседес. Очень хороший. Кондиционером. Чистенький, аккуратненький. То есть там может быть как... Вот мы ездили, мы вдвоем были. Может быть и группа людей, которые еще больше захочет. То есть, ну, то есть там нету разницы. Или два человека за вами приедут. Я так понимаю, что там, если бы один человек захотел поехать, его бы приехали, забрали. Проезд бесплатный, но они очень хитро делают. В самом автомобиле есть такая корзинка, где пишет благодарность за поездку. То есть ты хочешь, ложишь доллар, хочешь положить, не ложишь. Да, это уже есть... дело твое. Да, да. Тебя да. К этому никто не принуждает, но как вариант, если ты хочешь... Есть желание отложить, да, то можно положить там денежку, или гривны, или русские рубли, нету разницы. Вот. Дорога занимает не очень долго, где-то минут 10 мы ехали городом Кемером, ну так в связи с тем, как водят они автомобили, как ездят они по дорогам, то, конечно, стрёмненько. Но это не местные. Вообще, скажем, что дойти до него можно было тоже за минут 20 короткой дорогой. Нас что-то повезли, ну, наверное, показать весь Кемер. Да, потому что они везли нас через магазин Микрос, тот, который мы вам раньше показывали в видео. Ну, то есть да, они... очень хороший, кстати, магазин с фиксированными ценами. Да. Что хочу сказать, в магазине Денвер нет фиксированных цен. Они предлагают свою продукцию и говорят, что это идет на Европу. А если приезжают украинцы или россияне, то они типа говорят, что мы будем торговаться и скидывать. Ну, бывают такие скидки до 75%. То есть они там могут сначала поставить цену $1000, а ты курточку можешь ее торговать вообще за 200 долларов. Вещи там неплохие в магазине. Да, качество очень... хорошее, обслуживание хорошее, магазин шикарный, действительно элитное обслуживание, но элитное по-турецки. Потому что вы сами понимаете, цена стоит баснословная. Вам рассказывают, вам дают чай, кофе на выбор, пожалуйста, приходите. Обслуживание хорошее, но цена, вы нигде не найдете на курточке прайс. Вас уже потом, если вам что-то понравилось, вам озвучивали цены. Это, конечно, немножко, ну, непринятно для нас. Мы как-то готовы сначала узнать цену, потом торговаться. А не наоборот. Вы сначала смотрите, вам нравится, вы заинтересовались, и вот потом начинается торг. Да, когда они видят, что у вас такие большие горящие глаза, и вам это хочется, и они понимают, что вы ее хотите купить, но у вас, например, нет много денег, но они все равно, как бы говорят, тулят свою линию. Да, еще там есть кредитная линия также. Они предлагают любые банки по кредиту. Вы можете... оформить кредитку, да. И покупать товар в кредит можно также... и в курьером, то есть ты платишь, например, там $200, ну, 200 евро оставляешь. Предоплату, да. Предоплату, и потом они тебе как бы присылают этот товар за местом твоего проживания. Но мы, конечно, этим не пользовались, и также мы хотели бы спросить у вас. Вы были ли в этом магазине Денвер? Как вам понравился магазин? Какие совершили ли вы покупки, или вы просто посмотрели? Какие отзывы остались у вас? Хорошие, плохие? Пишите, пожалуйста, нам в комментариях. Мы будем очень рады. Да, и пользовались ли вы курьерной доставкой? Очень нам интересно, потому что как это происходит, мы, конечно, не знаем. Но знаем, что такая функция у них там есть. Вот, и хотим узнать вашу точку зрения. То есть будем благодарны, если вы в комментариях это напишете. Вот мы приехали в магазин Денвер.
Когда мы зашли в магазин Дерна, все было так темно закрыто, интересно, потому что все окна, стекла были в матовом цвете, особо ты ничего такого не видишь. Дали нам бейджики, потому что это в подвале находится, очень большой магазин, очень сильно большой. Вот мы, нам дали Денвер магазин. Вот. Есть там также, так как это было в карантин, есть дозаторы для рук, люди ходили в масках, то есть это очень было приятно смотреть, потому что люди все-таки дистанции. Смотрим видео. Сейчас идет уже дальше. У нас живое видео. С самого магазина. Папе еще не заказать? Не. Давай, присядем, а нас послушаем. Да, конечно. Да, конечно. Откуда гости? С Украины. Украина, Киев. Мы приехали к вам снять ваш магазин. Для того, чтобы разместить у вас информацию в YouTube на нашем канале для привлечения вам, скажем так, посетителей и клиентов. У вас YouTube канал? Да. А приобрести что-нибудь? Банка ваша. Это кредит маркет и кредит Глобусбанк. В течение 15 минут вам могут оформить кредит. То есть девушка сидит в офисе, оформляет кредит. Очень быстро. Оплата онлайн. Цены, смотрите, цены у нас завышены, но это для Европы цены. Но делаем скидки. То есть скидки имеете право поторгаться. Скажите тогда такой вопрос. Возможно ли как-то связаться, и чтобы люди поторговались с вами напрямую, но не приезжая сюда? Да, с Киева, с Украины. Ну, так мы не делаем, но может в дальнейшем, может, возможно, будет. Ну, как бы, вам же лучше продать и отослать. Ну, или то, вы... что мы в туризме работаем, поэтому нам так лучше. Да. Здравствуйте. Вы только напрямую. Да. Когда они ничего не хотят, просто будет. Почему не повезло? Может, наоборот, вам повезло? Да. Увидят на вас, узнают о вас и будут еще больше. И буду знаменитой, да? Так, можно отсюда, да? Да, пойдите, модель. Ага, спасибо. В маске никто не узнает, мои карточки. Ну, вы же понимаете, сейчас масочные режимы. Да. Класс. Юра, это вообще... Возьми модель и возьми цену. Может, ты сам ей себе снимешь? А, тут прайс нету. Нету. Ты только размер видишь. Возьми так. Мою маму сюда. На, сам поснимай еще. Сам поснимай. Снимаешь? Да. Thank you.
Угу. Так я так сейчас и сделаю. Пользуясь случаем, хочу передать привет родственникам с Нижнего Тагила. Откуда гости наши? Украина. О, Киев. Украина. А ну, stop.
также у нас еще информация, как раз я вмешаюсь, тысячу нужно для монетизации, вы имеете в виду, и 4000 часов просмотра. Только ты в том случае выходишь. Ну, люди, блогеры, которые уже больше занимаются, по 5 лет говорят себя, без ничего, а потом уже у них все происходит. Но это как хобби. Вот вы когда-нибудь куда-то едете, вы смотрите YouTube? Да. Ну вот. Информацию. Вот так же и мы. Мы сначала начали когда смотреть, а потом подумали, ну почему бы самим? У вас потрясающе шикарный магазин. А скажите, а что у вас самое топово продажное? Вот, чтобы не... В основном новые модели, то есть все вот такие вот лазерные лизы, как было сейчас в этом году. А это кожа идет? Это все кожа. Это кожа, да? Это лазерная. В основном они новые. Интересно. А, да? Ну, есть, конечно, старые, там, 10-летние, ну, классика всегда была и будет. Вот это у нас.
Глаза разбегаются. Может, что-то померить? Не. Магазин просто огромный. Может, еще что-то Да, конечно, видеомонтажом, вы же понимаете, что сейчас звук, да, это такое. Потом подставляется музыка, комбинируется и уже тогда выходит. Хорошо, хорошо, хорошо. Вы же знаете, если женщину начать примерять, у нее же... Блин, я так чувствую тут. Блин. У вас его так много всего. Да, обязательно. Сзади. Как же. Сейчас,
Кого? Это типа можно прийти с детьми? Да. Можно. И там же могут быть мультики, да? Как тебе? Карточки. А еще вы? Давайте сумочки посмотрим. Почему нет? Хотя бы для вас портмоне, ремни. Всем огромное спасибо, что досмотрели нас до конца. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте значок на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.